Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Очень рада, что вы зашли на мой канал. И в этом видео я вам расскажу все-таки, о чем он. Каждый понедельник вы сможете на нем увидеть психологические советы, потому что у меня психологическое образование, и я делюсь с вами своими знаниями. А также у меня есть видеозаметки о телепередачах. Подписывайтесь на ее YouTube-канал. И сразу скажу, если я создаю видео о телепередаче, о фильме, о сериале, пусть даже если я критикую, но все равно, если создаю об этом видео, значит, мне этот продукт нравится. Прошу на меня не обижаться. Также на моем канале вы сможете найти восточные танцы. И я пытаюсь создавать художественные видео, видеопоэзию, видеопрозу, короткометражные фильмы. Я не могу не поделиться с вами хорошим советом, которым в народе называют лайфхаком. Например, как этим. Я расскажу сегодня уникальный народный метод, как вылечить зубную боль. Для этого вам понадобится ржавый гвоздь. И да, ржавый гвоздь все-таки понадобится. И метод действительно работает. Если вам интересно, посмотрите это видео. Также на моем канале вы сможете увидеть, как я читаю поэзию, прозу известных авторов, а также свою. Вот с этой книжечки, с помощью которой можно гадать. Выбираете с 9 по 40 страницу, пишите мне в комментариях, а я вам создаю видео-ответ с произведением, которое будет вам пророчеством. Еще я занимаюсь рукоделием, это мое хобби, и тоже выставляю это на видео, потому что это все моя жизнь. Такой второй рисунок, макет и готовые домики. Спасибо всем за внимание.